Здравствуйте, друзья, и всех приветствую. И я хочу сегодня поговорить, только вчера получил Selvedge Denim Uniqlo, это Stretch Denim, Slim Fit, зауженный, то есть силуэт. И сразу хочу сказать, что когда я заказывал, и я их покупал здесь через Uniqlo веб-сайт, и здесь in US, когда я заказывал, что очень мне понравилось, что у них есть alteration, то есть можно укоротить их по вашему размеру, и это всего $5 стоит, что очень хорошо. И вот они мне дали вот такой slip, что 31 inch я заказал, и очень, потому что они или 32, или 34 только available, как бы в продаже есть. И это мне очень нравится, потому что обычно, если там вы... Такие маленькие есть shops здесь, типа Bravestar, или Gustin, или Telesun. Там обычно вам надо 15 или даже $20 платить за вот этот вот, за alteration, чтобы укорачивать их. И что важно, что они делают хороший такой chain stitch, цепную. Они просто не дешевые, как это, такой одиночный... прострочку. Это очень такая, как и должна быть на всех, как бы, премиум джинсах. Что? Это мне очень понравилось. Значит так, я почему заказал? Я сразу хочу сказать. Вы, наверное, уже смотрели, многие из вас, потому что я сделал обзор регулярный был, и я купил size 35 вот, по талии, по поясу, и они были немножко великоваты. Вот они до сих пор, они есть здесь. Вот это вот regular, и мы сделали, кстати, он хороший довольно деним, но я их практически не носил еще, и я решил попробовать, так сказать, сделать обзор этих, и я, кстати, решил сам их оставлю, поскольку я уже сделал, их уже обрезали, то есть у меня уже назад дороги нет, но мне они, в принципе, понравились, потому что довольно хорошие летние джинсы такие, и это мои, только хочу сказать, это только вторые мои, вот это, так сказать, stretch denim, такой, то есть растягивающийся. У меня первые были, и довольно их носил регулярно, это 513. И у них 2% вот этого эластик и 98% cotton, вот это Levi's 513. И, кстати, покрой этот очень похож, знаете, на 513. Вы увидите, мы тогда сделаем замерку. Вот. Единственное, что я хочу сказать насчет этого, так сказать, как сидят. Хоть они говорятся slim fit, как бы straight, прямые, они совсем нет. Они не straight, а они, кстати говоря, зауженные, я бы сказал, как tapered здесь говорят. И мы когда замерим, вы увидите сами. То есть у них силуэт вот такой. Кстати, он идет заужен, даже видно с колена. Вот, если бы они на пол инча где-то так, тогда бы он считался бы как стрейт. Для меня они вообще, честно, заушенные силуэт. Ну, давайте поговорим о дениме. Значит, деним этот, они с 14 года вот эту модель, значит, выпускают. И деним у них традиционно кайхара деним. Вес они не поставили, может быть, я не знаю, потому что они постоянно меняют. Но это, на мой взгляд, это где-то 12,5, довольно не очень толстый, не очень тяжелый, 12,5, может быть, 12,75. Деним очень хороший, такая структура у него, you know, равномерная, я не вижу никаких таких вертикальных, как мне нравится обычно, но для вот этого стретч денима они довольно хорошие, и такая вот эта вот беленькая структура проявляется, weft, как говорят, здесь видно, что очень хорошо, такой crisp. Вот, довольно хорошо. Вот, когда, особенно когда вы вывернете это, контрастный такой, это очень хороший знак, потому что если когда вот эта голубизна такая, это уже на дешевых тогда делать. Вот здесь есть у меня, сейчас скажу, вот это вот, смотрите какой. Это Lee, и вот это, по-моему, Heritage. И видите, вот какой, вот это вот как раз на дешевизна такая, мне это не нравится. Они были, как бы, они уже продают такие прополосканные. Значит, что об этих джинсах. И кто-то, один из комментариев, ребята, мне кто-то задал вопрос, что они уже, кто-то из, так сказать, подписчиков уже их купил. И я, кстати говоря, ответил, что, может быть, он мне ответит, как нравится вам или нет. Потому что вот многие были
недовольны на регулярных, что не было клепок. И я несколько, так сказать, комментариев получил. Здесь клепки есть, не сзади, но вот, как обычно, традиционные здесь 6 клепок. Кармашек довольно маленький. Это coin pocket монетный для мелочи. Но что хорошо, здесь есть это selvage. Да, я забыл отметить, что selvage, эта кромка, она красная. ID, это Red ID, вот они, это вот, вот такой вот, значит, 2%, как я отметил, 2% эластин. Клепки очень довольно хорошие, такого темного цвета, медные, и там есть штамп Uniqlo, штамп, также и на пуговице. Если вы помните, на регулярных была просто blank, там ничего совершенно, просто была пуговица. Здесь же есть штамп, проштампированный Uniqlo, значит, молния, давайте быстро, молния такого же платинового, как бы, темного цвета, и это YKK молния, довольно хорошего качества. Значит, что, внутри швы, я что обратил внимание, что мне здесь не понравилось, что вот этот шов, который на йок, вот эта кокетка, он почему-то не chain, а он идет просто одиночной прострочкой, что это жалко, потому что chain вам дает вот это rope dye, какую-то такую прокрутку, вот это twisted effect. А, к сожалению, они это не сделали. Вот эта центральная прострочка, она идет цепная, chain, как и положено. А вот это поперек почему-то нет, что странно. Значит, здесь идет bar tucks, как говорят, прострочка без клепок. Карманы хорошие, довольно большие тоже, хорошего размера карманы, пятиугольные, традиционные, никаких здесь лейблов тоже нет. В принципе, на регулярных, как вы видите, точно так же карманы, вот сравнение, точно такое же. Единственное, что на регулярных нитки другого цвета, здесь я забыл отметить, что нитки все прострочены и таким коричневатым, я бы сказал, светло-коричневым, не желтые, не оранжевые. Вот. Ну и, так сказать, конечно, этот stretch effect, потому что растяжка, это хорошо для удобно, для лета или по дому бегать. Это, в принципе, я говорю, для лета они удобные. Ну, давайте так быстренько промерим. Промерим их. Значит, я сказал же 34, я сам ношу Levi's 34, и эти взял 34, а Lee я всегда 33 покупаю. Значит, это... Промерим, если соответствует. Значит, это у нас должно быть где-то 18. Ну, так и есть, да, 18 inches. Или это получается где-то у нас 46 и где-то 7 десятых сантиметра. Значит, передний подъем давайте. Передняя усадка. Это будет 10, я сейчас скажу, где-то почти что 11, давайте я сейчас в сантиметрах, где-то будет, это 27,5 здесь, вот это передний подъем, значит, в бедрах получится у нас 12 и quarter, значит, и четверть, это 30, ровно 31 сантиметр, и в коленях 13 вниз, значит, в коленях у нас 8,5 inches, и это будет у нас, значит, 21 сантиметр, и внизу это 7 inches, это с копейками, это будет где-то 18 сантиметров. Значит, они довольно заушены. Это, как говорится, tapered. Вот я бы не сказал, что они прямые. Но, тем не менее, я положу, я на себя уже одел их. Они довольно хорошо сидят. Немножко. Вы мне сами вот скажите, потому что я выставлю видео, как они сидят. Такой quick fit видео. Как сидят на мне, вы сами, может быть, прокомментируете. Мне кажется, они немножко широковаты даже бедра для вот такого, для зауженного стиля for slim cut. Но что мне нравится, что
хороший был сюрприз, что это повыше, чем у них на, кстати, на веб-сайт, у них сказано, что 10 с копейками этот front rise, то есть это как передняя усадка. И к моему удивлению, что это почти что 11 inches, то есть для меня как раз хорошо, потому что мне очень нравится немножко повыше, я за когда низко сидят, не очень люблю, а вот где-то между 11 и 12, нет, ничего, это как раз хорошо, это довольно такой хороший, не низко, не на бедрах буду сидеть, что хочу сказать. Так, ну я все, ребята, покрыл, значит, если есть, пожалуйста, значит, если есть какие-то комментарии, пожалуйста, ставьте, не забудьте, значит, на поставить лайк button или подписаться, значит, и я поношу их, посмотрю, мы сделаем, может, через 6 месяцев обзор и посмотрим. Они, кстати, есть там много, когда вы делаете when I Google, у них много здесь фотографий, здесь на image, они трутся довольно хорошо, то есть это уже модель не новая, и несмотря на вот этот стретч, они довольно протираются хорошо, тоже есть много, так сказать, reference фотографий, так что я думаю, они будут довольно интересные. Протерка у них, как и фейдинг, как здесь говорят. Ну, спасибо большое. Ну, еще что, я уже не помню, я отметил или нет, значит, они сделаны в Таиланде, опять же, японский деним Байкайхара, и продукция здесь есть. Я не буду выставлять, потому что лейблов здесь практически нет, только один здесь лейбл, и здесь внутри вот написано, что Made in Thailand. И, значит, 98% хлопок, 2% эластин. То есть это Slim Fit Stretch by Uniqlo. Но, как я уже сказал, что они, скорее всего, tapered. Ну, все.